мои секси-чикитас, что же у нас сегодня с вами будет за темочка-то такая? Будем мы с вами обозревать макияж, который нравится мужчинам. Что же это значит вообще? И вообще он вечерний. Вот сразу хочу сказать, сегодня будет вечерний вариант такого макияжа. Я когда со своим бывшим молодым человеком сидела дома, красился, собиралась на какое-то мероприятие, он мне такой говорит: слушай, вот сейчас мне не нравится, как ты накрашен. Я такая думаю, это вообще-то надо сколько смелости иметь, мне такое сказать. Я говорю, что ты имеешь в виду? Он говорит, ну тебе идет. И вообще красиво, когда ты очень-очень чуть-чуть накрашена, очень натурально. И он это сказал, и я говорю, я с тобой согласна. Ну я сейчас одно на мероприятие, мне надо говорить, да, я понимаю, но вот я тебе просто свое мнение говорю. Ты очень красивая, очень обаятельная, очень манящая, когда у тебя натуральный макияж или когда ты вообще не накрашенная, да? Ну, когда ты вообще не накрашенная, это вранье, потому что мы все с вами не можем быть такими свежими, ухоженными, когда мы прям вообще не накрашены, да? Но натуральный макияж, да. Я сегодня делаю вечерний натуральный, но при этом такой томный немножко макияж. Это не смоки айс, это не классическая вечерняя теневая техника, да, если вы посмотрите. Это такой вообще мейк, который идет всем. Такой секси-лук, по-другому мне его не назвать. Вот, хотя мне сегодня прямо на это слово... что-то я на него сегодня очень бодра. Вот. И это вечерний вариант того макияжа, который любит мужчина. Что любит мужчина у нас? Не ярко, не супер плотно. Они любят свежий румянец. Он у нас здесь присутствует благодаря моим новым румянам, новому открытию. Сейчас поймете видео каким. Это натуральные губы. Главное, чтобы они были немножко влажные. Главное, чтобы от них приятно пахло. Вот, это реснички, не вот такие, как в доме 2, а просто такие реснички, это может быть натуральные, нарощенные, это могут быть ваши ресницы, если у вас длинные, вы их тушью прокрашиваете, или это могут быть пучки, у меня чуть длинноватые, может чуть покороче взять. Вот, это легенькая стрелочка, такой немножко кошачий, да, эффект. Вот, и это отдохнувший и здоровый, немножко загорелый цвет лица. То есть просто эффект. Ну как у меня школа, понимаете, я же не просто так назвала. Вот я делаю, что все говорят, эффектный, эффектный. Вот эффектный. Эффектный, не яркий, слишком макияж. Но это вечерняя версия. Вот. Можно сделать более дневной. Давайте все приступаем, а то я долго буду здесь разговаривать. У нас с вами видео тогда вообще на 40 минут затянется. Мы будем с вами начинать. Значит, начинаем с очищения. Я уже очистила лицо. Я сейчас занялась уже почти решил этот вопрос, как я буду лечить свою кожу, чтобы окончательно вылечить. Вот, и так как тоник я уже нанесла, если вы тоник не нанесли, после очищения наносите тоник, я своим клиентам ношу увлажняющий крем, вот в такой вот одноразовой истории, но она не одноразовая, она сэмпловая, да, туда можно накачать крем. Это очень удобно, чтобы не носить всю банку, это успокаивающий крем. Увлажняющий. Я сначала крем наношу на все лицо пальцами, если вы работаете с клиентами, вы тоже наносите пальцами, но мы сегодня не про клиентов, мы просто про себя, ну хотя про клиентов тоже полезно знать, но мы сегодня про себя, и на шейку бы хорошо тоже зайти, какие-то вот такие места полюбить себя, да, всего. Мультипропоуз для многих целей, я его на губы нанесу пальчиком, чтобы вока все впитывалось. Можете даже, хороший секрет, да, вот визажи, я сегодня возрастную клиентку красила, можно даже с излишкой нанести бальзам и чуть выше контура, чтобы вся зона. Далее мы берем базу NYX Bare With Me, вы знаете, мне эта база понравилась. Они мне прислали ее на тестинг, мне она очень понравилась, еще она очень нравится моделям и клиентам. Поэтому я рекомендую, она, знаете, как желешка, вы ее прям берете, она как желешка, вот так вот выглядит. И пальчиками классная база. Несмотря на то, что она бюджетная, она... Но вообще у NYX хорошие продукты, я не знаю, кто там хает. Вот я сейчас была на... двух повышениях с разными мастерами альтернативными, и мы, у них тоже очень много NYX,
я не знаю, им присылают, не присылают, мне присылают микс косметику, поэтому я ее очень много тестю. Вот, я раньше, конечно, тоже была с ней знакома. Мне она нравится. Мне не нравятся там определенные продукты, мне не нравятся там тональные. Ну, не то, что они мне не нравятся, я не их фанатка. И они не очень в работе. Тональные средства. Мне не нравятся у них некоторые тени. Некоторые, не все. Пигментация хорошая у тени, все нормально. Хоть там и куча негативных отзывов, не знаю почему. Ребят, работает нормально, вот мы делали, сейчас я надеюсь, то, что я вставлю сюда, искренне надеюсь. На этих звездный процесс мы тушим бантик, вот мы поменяли на бантик, да, такая красота у нас сразу получилась. Угу. И все супер сделали, правда перед этим у нас была кремовая подложка не NYX, но если бы была кремовая подложка NYX, также был Star Beru у нас 31 тон. Такого средней плотности. Вот я сейчас пойду потом смывать. Как мне жалко смывать. Придется вам еще одно видео с этим макияжем записать. Соболиную бровь мы с вами оставим для какого-то более такого мероприятия, не связанного со свиданием. А сейчас сделаем просто... Ну, у меня соболиной не получится, в принципе. Это карандашиком. Я заполняю промежутки. Такая, да, ненавязчивая бровь, но тем не менее видно, что она у нас есть на лице. Ну, во-первых, нашу нужную нам зону, это под глаза. Консилер очень важен в любом макияже, а тем более в случае с... Можно пальчиком или яичком, если вы делаете себе пальчиком, если клиенту лучше яичком, добить его растушевку консилера. И немножечко под бровью, да, для красоты. Такой профессиональный эффект, то, что не делают себе девчонки обычно в своем повседневном макияже, но красиво смотрится. Чтобы бровка чистая была. Мы потом этим же консилером немножко уберем недостатки, но должен быть легкий. Это Кико у нас, 201 цвет. Потому что вот эти скулы, вот эти, они не нравятся никому. Это только Инстаграм, только. Знаете, сколько мы делаем слоев, чтобы на фотографии потом как будто, ой, чуть-чуть контуринга, там просто миллион слоев. Но это Инстаграм, Инстаграм и жизнь, Инстаграм и ваш личный макияж, и клиентский макияж должны отличаться. Если они не отличаются, это странно. Значит, вы переборщили или вы наоборот не доделали. Все любят легкий загар, потому что это красиво, это естественно. Это сексуально. Очень еще все кремовые текстуры впитываются и запудриваются. Поэтому еще это тоже мы учитываем обязательно. Clarins Scent я пудрюсь. Вбивающими именно движениями мы пудримся, чтобы пудра работала так, как мы хотим. Мы должны пудриться именно вбивающими движениями. Пудра рассыпчатая, поэтому она не будет смотреться слишком плотно. Очень натуральный, очень естественный цвет. Это 21 Parish Friends. А, нет, ну просто 21, короче. Поняли, да? Просто 21 цвет. Фиг знает там, как он называется. Просто 21. Вот. И мы сейчас эти румяна, они очень-очень светлые, поэтому мы обильно их положим. Ой, такие здоровские, это просто какой-то вообще космос, какой классный цвет.
сразу такая утренняя роза, понимаете? Вот, ну, прям супер цвет. Ух, я еще в такой кофте, вот мне везде холодно в помещениях всегда, а дома прям у меня сейчас жарище стоит. Жарище вообще. Вот, я беру в качестве подложки NYX оттенок 15, это помада. Клиенту лучше кисти наносить, конечно. Такая тоже, да, как пудровая роза, то есть, ну... Что-нибудь светленькое положить. Я, конечно, мало палеток взяла. Ну, давайте, не знаю, я возьму вот этот Naked старый, всеми уже любимый. Чоппер здесь оттенок такой бронзоватый, такой бронзистый. И я прямо на центр вот этим чоппером. Очень, кстати, красивый цвет, потому что он такой, ну, никакой. Вот то, что нам сейчас нужно. Нам нужно никакой цвет. Ни золотой, ни розовый. Просто продублирую. Такой закатный получают длинные ногти. И пустой растушевкой я зачищаю границы. Просто зачищаю границы, чтобы чистые были границы. Любят стрелки, но они не любят, понимаете, вот это вот. За редким исключением, за редким. Мы делаем классику. Коричневую стрелку я беру. Если вы брюнетка, можно черную. Я блондинка, будем брать коричневую, все светлые девчонки, давайте возьмем коричневую стрелку. И коричневой стрелкой я подведу вдоль ресниц. Немножко сделаю коготочек, это будет утренний, я его называю коготок. Капельку, не сильно, не вот это вот Cruella de Vil, а просто немножечко коготочек, чуть-чуть. Такой сексуальный коготок, хоп. Чуть капельку, все, внутренний уголочек, чуть-чуть коготочка. И такое, знаете, ненавязчивое, абсолютно такого среднего формата стрелку вдоль ресниц мы проведем. И чуть-чуть хоп. Хоп, такую маленькую стрелку. Я его люблю. Бастет такой цвет, который более-менее приближен такой. Серо-коричневый, то есть, ну, просто на глубину нам стряхиваем обязательно кисточку каждый раз. Я не знаю, просто на глубину. Немножко. Такая чисто символическая тень. Хоп. Может, что мы сейчас с вами затемняли глубину. Можно немножко вдоль ресничек снизу. Это знаете, зачем делается? Чтобы немножко был акцент на нижней ресничке. Не сильный такой. Как бы слегка. Опять немножко добавили секс. Тушь наша с вами сохнет. Я пальчиком уберу. У меня на самом деле все впиталось. У меня настолько сухие губы. Хотя сегодня у клиентки тоже все впиталось. Немножко яичком. Прибью. Вот если вы хотите записать, записывайте сейчас номер, остановите видео. SLLP 14 Nude Sweet Shoes. Nude Sweet S-U-E-D-E Shoes. И, значит, делаем натуральненький цвет. NYX, они мне наприсылали пил цвет. Такой вот, блядь, бежевый. Но внешне они обращают внимание именно на влажные губы. А вот как раз таки бальзам у нас и упал. Надо чуть-чуть именно сверху. И такой как бы немножко... контур. Бальзам и ресницы у нас с вами. Бальзам, это вместо блеска, можно блеск.
Еще классно, когда у вас губы, понимаете, пахнут. Вот этот бальзам, он, допустим, да, пахнет вкусно. Это очень важно. Вообще запахи, да, чтобы от вас были запахи. И корректировать, ну, капельку какую-то. Вот, и вот тут сверху у меня, кстати, этим же можно вот этой же фигней бэби-брауновской нашей. Наш этот мой недогерпес, который уже давным-давно, просто я его кусаю все время. Он уже давным-давно ушел от меня. Вот, ну, я советую сейчас припудрить и немножко все-таки ресничек мы с вами. Не про секс как таковой. Оно про внутреннюю свободу, оно про уверенность в себе. А вы же понимаете, да, чего нам с вами всем не хватает. Вот, ну это еще одно я сюда положу. Конечно, классно выложить ряд, но это будет трэш уже все. Мы уже с вами не будем уходить в травести, да? Ну что, кисулечки, я немножко припудрилась еще в конце. Как я говорила, пудра, такой элемент припудривания очень важен. Это максимально яркий макияж. То есть это вечерний макияж, это яркий мейк. Если мы уберем с вами внутренний, точнее так, давайте заменим подводку на карандаш, и не будем делать подложку кремовую, просто слегка позолотим веки и сделаем просто тушь, или у вас натуральные нарощенные ресницы, и понятно, легче тон, то это дневной вариант, да? Можно вообще внутренний уголок, вот этот коготок, не рисовать, просто карандашиком коричневым. Но у меня на самом деле здесь же очень много дневных мейков, я думаю, что я обязательно еще сниму макияж для мужчин, назовем его так, именно дневной вариант. Вот, но это такой вечерний вариант, и понятно, что он просто секси, он не слишком вычурный, он не цветной, то есть в нем нет вообще никакого цвета, в нем только самые натуральные оттенки, конечно, румяна нам с вами, наш Вивьен Сабо, сделали весь вечер, понимаете, сегодня просто эти румяна, поэтому имейте в виду, видите, как какое-нибудь легкое такое декольте или что-то такое, даже вот такие вот вязаные вещи или какие-то трикотажные, очень даже секси. Можно взять какое-то обтягивающее платье, которое не сексуально агрессивно, что я столько раз говорю это слово, короче, которое не слишком эротически выглядит, и которое будет более такое спокойное, но подчеркивать вашу сексуальную фигуру и, конечно, вашу подчеркивать вашу обворожительную фигуру. И, конечно, занимаемся спортом, занимаемся питанием, за собой следим, то есть это не только макияж далеко. Так что я жду вас к себе на курс. Я очень думаю насчет формирования программы и шоу для тех, кто не знает, кто не следит со мной в Инстаграме, за мной. Шоу как раз-таки направленное на преображение вашей уверенности в себе. Это будет и про психологию, это будет и про, главное, это будет про ваш внешний облик, но это будет и про психологию, потому что одно без другого не работает, и наоборот, 100%. Вот, и мне бы хотелось, чтобы большинство из вас поняли, какими они могут быть красивыми, потому что я очень много вижу девушек, которые, ну, вот хочется им прямо добавить уверенности в себе и вообще показать, какая она может быть красивая, потому что она не видела себя с приличными волосами, с приличным макияжем, реально с красивыми какими-то вещами. Это может быть даже простые casual вещи, тут вы же понимаете, вопрос вкуса. Вот, ну, как длинноватые ресницы, немножко надо было поспокойнее, у меня других нет, ребят, можно даже какие-то поспокойнее взять. Вот, и сделать такое шоу, вот, чтобы это было интересно, с какой-нибудь интригой. Вот, и пока я думаю, что какой-нибудь онлайн-курс, может быть, вам, или, может быть, просто какие-то онлайн-консультации, не знаю, что-то надо с этим делать. Вот, и я вас жду к себе по-прежнему на курсы визажа и стиля, и в Инстаграм, везде, ко мне. Всех люблю, целую, спасибо за то, что вы со мной.